Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, это большое игра War Robots. Давно, блин, наверное, видео не снимал или снимал. В общем, у нас завершение улучшения панчера МК-2 до третьего уровня сейчас идет. Поставил за 4 миллиона. Шериф Магнитар 3 уровня, МК-3, панчер МК-2 6, панчер МК-2 2. И магнитар первого уровня. Так что вот так вот. Орудия, конечно же, они не состыковываются друг с другом по перезарядке, но пусть будет. Цветение Валаев. На следующее задание любимое 2 ЯНДИ убить. Я так еще и никого не убил. Двух только убил. И вот сейчас мы пойдем в атаку. Стычка есть? Стычка. Блин, ну давайте потом в режим превосходства сходим. Может, стычки Янди есть? Опа! Готовы! Маячок. Яд! Игра яд! Яд! А он играет. Да, мы все критикуем игру, ругаемся, плачем, но все равно продолжаем играть. О, парнишка встрял. Ну, типа, почти. Ёкарно. Это наш, да? Походу, наш стрелял. Я захватил маяк, у меня повышенный урон, но стрелять не в кого. А застанет я его не смог, к сожалению. Сейчас попытаемся догнать. Обалдеть, нифига противников. Надо обезоружить. Блин, нифига он, зараза. Нормально. Блин, соскочил. Будет убегать? Глазика нет. Я, по-моему, сейчас бы показал бы, где гоблины зимуют. Давай, хусар! Черт, слиняли. Ну, перезарядка. Давай, парень, беги за маяком. Парень за маяком побежал. А мы тут кипиш наводим. Этого парня застанили. Блять. Ого, да? Блин. Ну ладно, бывает. Так, там сражаются ребята. Ничего. Так, криво пушки. Вот этого саняру надо валить. Потом легче будет. А, близко лучше не подходить. Раздолбали ему левое крыло. Саняра. Хоть бы в маяк встал бы. Закилили хлопца. Сейчас супер удар по нам отработал с воздуха.
И, ребятухи мои, лечимся. Убили, но у нас есть мина. Тарам-пам-пам. Сейчас побежим на правый фланг. Пока мы выигрываем. Ага, парень взлетел. Бьем тогда по саняре. Саняру убили. Сами лечимся. ДНМЕ будет прыгать. Прыгает. Пускай прыгает. Нам не нужен пенопласт. У парня хорошие пушки. Отпрыгнем назад. От этих пушек уйдем и будем долбить. Ага, отлично. Хорошо. Так, а ДНМЕ мы ушли пока что. Вот парень прыгает на Хеллбурнере. Фух, гениальный прыжок. Прямо лучший из лучших. Херак и готово. Остаток обоим мы вкладываем в Артура, мистера. Три маяка содержим, по маякам ничья. Так, отказ прицелов. Блин, тут меня поймали. Надо уходить на правый фланг. Один у нас заморозился, выбыл. Мантисом бьют парня у сэра. А мы сейчас пойдем на правый фланг. И надо еще, блин, пробежать вперед. Чтобы этого парня убить. Отлично. Так, сделаем полную перезарядку. К сожалению, у нас 28%. И еще сверху прилетает 20 тысяч. Нас раздолбали. Ну ладненько, ничего страшного. Сейчас будем замешивать. О, как развалился Ауминк, ребята, посмотрите. Развалился. Ноги сзади, голова спереди. В общем, гениально. Развал засчитан. Активирую дрона. А, нет энергоблоков у нас. Без дополнительного 70% урона. Так просто пытаемся снести противника. Ага, убили. Так, щит поднашиваем еще этому парню. Так, 10 секунд. Нас сносит. Придурок я. Куда пошел? Вообще непонятно. Просто придурок. Просто. Простите меня ради яиц. Просто придурок. Сейчас попробуем телепортнуться. Термостата подлечить. И вот сюда вот так вот. Минусануть одного. Получилось? Нет, хуй его знает. Там пинг большой. А, ну восстановление соединения. В принципе, такое первый раз. Но роботы зависали. А вот восстановление соединения первый раз. Задница, ребята, в игре продолжается. Да. Черт, 20 секунд. Что дальше? В ангар. Все, видите? Просит в ангар. Сейчас попробуем перейти... Свернуть игру и свернуть обратно, да? Но нас все равно просят выйти в ангар. Пипец. Сейчас, смотрите, кончится 33 секунды. Попробуем сменить робота. Обалдеть. Ну как так-то? Играешь, играешь. И вот самое важное. Сейчас они меня лишились. А я там должен был на Диметре всех порвать. На минусе не получилось, на Ауджане слился лошара, зато на Диметре. Сейчас 15 секунд и сменим робота. Да, проблема с игрой у разработчиков. Бывает. Ну, вдруг им еще в бой успеем войти.
Не, а, сменить робота нельзя. Ну ладно, в ангар, чё? Предлагают выйти в ангар. Ну давайте выйдем. Чё там? Екарный бабай. Бустер активировал, всё нормально. И в ангар. Тарадых. Обалдеть, как так? Ещё и в ангар, смотрите, долго заносят. Долго в ангар, блин, прёт меня прям. Надо игру, наверное, перезапустить. А то так долго будем заходить. Да, перезапускаем игру. К сожалению, шляпа такая присутствует в игре. Простите, пожалуйста, но это не я виноват. Я на одном кадре снимаю его. В принципе, зато мы с вами узнали, что у братухи на LD-плеере тоже существуют проблемы, да, вот такие вот. Я не знаю, может это только на LD-плеере такая фигня. Пробуем войти в игру. Ну, я таки думаю, может какой-то сервер упал или что-то в этом роде. Все, в игру не запускает. Хотя, наигрались, все, хорош. Хорош, хорош. Все, поиграли. Ха. Вот такие пироги, ребятухи. Ребята, хочу сказать спасибо всем ребятам, кто помогает материально. Спасибо за ваши патроны в братухину старую обойму. Вот. Любой донат с вашей стороны помогает моей семье. Как вы знаете, в Ютубе монетизация полностью накрылась. И никаких грошей, копеек я не зарабатываю. То есть все вот это вот мы... ребята, снимаем, то есть я, братуха, да, снимаю бесплатно. Только ваша поддержка в виде доната вот остается у братухи. И лайки, комментарии в частности, в том числе. Ну что ж, блин, в игру не впускает. Жопа полнейшая. Чё нахрен вообще непонятно. Обалдеть, просто жопень. А что делать, ребята, а что делать? Японский городовой. Просто жопа. Я обалдею. Как так жить, а? Вот как разработчики могут так спокойно жить и спать? Обалдеть и не встать. Ну что ж, пока, ребятухи, мы заходим в игру. Не знаю, заходим мы в игру или нет. Хочу вам прорекламировать нашу группу Warrobus 18+. Также еще заходите, ребята, в Инстаграм. В наш тоже Warrobus называется. Так, тут у нас есть голосование, комментарии, лайки ставим. Лайки можно ставить любые. Там, ого, такие. Warrobus, братуха, вот такой интересный у нас картинка, которую можно... куда-то мне, братушки, использовать. Бурение какого-то снаряда. Чё это за песня такая? А, чё-то она ВКонтакте, блин, запела.
Ну ладно. В общем, смотрите, как повезло. Да, зашли мы все-таки в игру, нас спустило. Давайте вперед, ребята, в режим превосходства, в бой на смерть. Оп-оп. Бой-бой. И, блин, как лагает. 9.20. Посмотрите, меня закинуло. 9.20. О, убил. Умер от кислоты. Блин, меня еще и с глазом пытались уничтожить. Так, капитан Пихулька против нас играет. Блин, такие лаги жесткие. Готов, ё твою медь. Ну, должен убить его, ё-моё, ну. Фак! Я просто сдох, а он... Там, что там, как там, жив. Как наглый пиздюлей получил. Это интересно. Наглый, видите, он даже здесь куда-то запузырил. Раньше времени нажал на кнопку Fire. Помогли там одним, одним залпом таранчиков. Попробуем взять маячок. Ага, жесть. Акустика, понятно. Уходим. На расстояние безопасное в 200 метров. Надо помочь Жеке. А, он жестко увеличился. Ага. На меня повернулся. Давай, сдох. Жека чудом остался жив. Ну, только одна пушка легкая осталась, такси у него. Чуть-чуть дал ему прикурить этому парню. Сейчас чисто по титану стрелял. Двое сейчас меня херачат. Возьмем титана нашего. Блин, он лечится. Я точно знаю, что когда робот лечится, его стрелять не надо. Так, так, так. Это по мне уже тут отрабатывают японский городовой. Бежал. Там по мне уже перестали целиться, а вот тут нормально. Так, парня раздолбали раньше, чем я. Ну, или его в бочину я бью, или кто-то другой.
стоим, тут все перезаряжаем. Так, кончились наши боеприпасы. Мы спокойно отходим, лечимся. Ждем перезарядку способностей и выигрываем. Фак! Вот это другое дело, а то из игры выкидывает. Ну, як так-то? Обалдеть. Ну что, минус нормальный. Красавчик минус вообще. О, даже рекламу дают посмотреть. Это свинги под 60%. Годовых. Свиньи. Легкий пассивный заработок. Ребята, не качаем эту хрень абсолютно. Это обман. Так что, ребятухи, идем спокойно зарабатываем. Вот столько. С премом. Прем, кстати, у братухи заканчивается. Брат. Мы с братами играли против парней, и мы выиграли. Вот это да. Вот это поворот, как говорится. Давайте посмотрим, что у нас там. Собираем все. Два Янди как было, так два Янди уничтожено. Мое любимое. Следующее задание мое любимое. Уничтожь 30 роботов Янди. Да как так-то? Мне на Янди надо уничтожить или Янди? Вопрос очень интересный. Провокационный такой. Бой. Попробуй убей 30 роботов Янди. Не, ну хотя так при лучшей активности можно поубивать сколько, по сколько роботов? По 5, по 8, да? Ну и там какой-то должен быть Янди быть. Упаган, смотрите, упаган. И... Фак, блин, ну такое тоже бывает. Когда медик вступается за другого и подыхает. Что у него там за аптечка бешеная? Блять, ну это вообще, ребята, запинговало братуху. А видели? Запинговало. Прям, ну вот жопа. Не, ну такое бывает, что там. Обалдеть. Ну тут прям явно прям пинг поймал. Ты-ты-ш. Почти убил этот танк. Уйди, пацан, не мешай. У меня перезарядка. Конечно, парень злится, что его тут втроем, плюс мои еще тараны неплохие такие. Ну, а ему похер, он аптечки жрет, ёпту, сейчас ХП восстанавливает. Там пацаненок такой, типа, крутой блатной. Тоже на таранах. Сейчас мы ему задницу вскроем. Как консервную банку. Ах ты, ёпты. Видали, что творит? А я в пылу сражений не заметил. Всю эту его хрень. А этого танка не убить. Вот. Спасибо большое разрабам. Умеют делать роботов. Вот. Никаким способом его не укокошить. Я даже не знаю, что делать. Нахуй. Как, что вы, разработчики, делать с этим роботом? Нихуя, да? Эй, разрабы, что с ним делать? Нихуя, Володя, не делай. Не получится у тебя его отпиздить. Как ни крути, да?
Да, ребята, не получится. Ты быстрее, Володя, кончишься. Ну, кстати, возможно, блядь, захватить маячок. Возможность такая иссякла. Когда я ушел в астрал. Нихуя, только что был титан. И нет титана. И убил его вроде бы как Орион. Да, ребята, прокачивайте кораблик Орион. Хули, ничего вам больше не скажу. Сейчас возьму аптечку. А этот упаган, смотрите. Бегает за братухой. Прямо очень ему нужен я. Ну хуй. Да, очень-очень нужен братуха, смотрите. Отдамся я другому. Блять, все равно убьет гадина. Пару выстрелов и один выстрел, и все, я умер, но отвлек противника. Минуса берем и в атаку. Все, ребята, сказки кончились. Сказки марлезонского поэта. Ляпнул хрень, да, но... Но всем, как говорится, вот так прям. От души нахуй. Все мимо вложил. Уходим. Этот откуда пизды успел получить? Обалдеть. Ну да ладно, пусть получает. Мне не жалко. Там Артур идет. Ну, ребята, что, видит же? Правильно же Артура? Меня нихуя никто не видит. Я вас умоляю. Очень много. Вы посмотрите, сколько нодансов. Мать твою за ногу, ядрить да батон, блядь. Посмотрите, сколько нодосов. Японский пиздос, Вася. Давайте подлечим этих утырков, нахуй. Или хотя бы вот этого. Вот, ему-то что-то очень жарко, блядь. Видимо, его хуярит Орион. Ну что, следующий я буду. Следующий будет мне пиздец. Опять меня, блядь, законтузило. Да, ну маяки наши взяли. Осторожно, хуяк, одного съели. Давайте чпокать второго. Японский пиздос. Трам-пам-пам, поскакали, поскакали, спрятались. И все, тут уже будем стоять. Летучую мышь трахнули, все нормально. Криопушки, блядь, вертушки кривые, блядь. Братуху разламывают, сука. Конченая такая бывает, да? И взлет. Отлично. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Есть контакт. Второму раздаем пиздюлей. Так, тому парня убьют. Я думаю, да, он не жилец. Ему пиздец.
Этот херак тоже думал, что, блядь, проканает, залезет тут, порядки свои наведет. А братуха говорит, хуй тебе нарыло. Активирует братуха мантиса, сверху взлетают пиздец чайки и разносит братуху к херам собачьим, блядь. Ну, на это дело у нас тоже есть чайки. Взлетаем и разносим. Вот так, нахуй. Следующий. Сел? Нет, не сел, но готов. Ага, сейчас только парень у нас включит свой глазик, свое спас... И мы его кончим. Ну ладно. Так, кого бы шлепнуть, блядь. Так, перезарядку делаем. Так, этот у нас еще... А, он дроном воюет, понял. Фак. Ну чё, блин, меня раздолбали. Мне бы еще одну нахуй равану, и тогда бы я всех бы гасил. Последний маячок забирают. Жутко лечится хер. Ну мы все просрали тут. Тут уже к бабкам не ходи, все. Проигрыш, блять, такая досада, ребята. 15 секунд осталось. На последних секундах вытащили они победу. Сука! Просто, блять. Просто! Блять! Твою налево, блять! Бывает же, сука, огорчение в жизни. Ладно, бустеры кончились. Давайте попробуем в стычку. А, стопэ. Посмотрим на выполнение заданий. Два! Блять! Нихуя не выполняется задание. Сука! Давайте попробуем, блять, в стычку. Сука! Может там ендич от получится заработать. Пару роботов убить, блять. Кто это? Наташка, ебать. Давайте Диметра возьмем. Что за хуйня, блядь? Ну, интересно. О-о-о! Классные пухи, на самом деле, вообще. Вот это стычка, блядь. Что за рельсотрон, ёпты. Русского производства. Я так понимаю, стычка дальнобойная. Покажи свое лицо. Парень такой хуяк. Я такой хуяк. А этот чего вы, блядь? Обалдели? Жги его нахуй. Минус. Ну, я не минусанул. Кстати, пушки вообще не перезаряжают. Смотрите. Можно постоянно ими стрелять. Обалдеть. Хуяк, одного убили. Не, я просто балдею. Действительно, пушки вообще не имеют... нахер перезарядку делать пушкам. Чуть-чуть там на 600 метров бьют. Уханы, конечно, вообще зверь. Обалдеть, вы че, блять, гоните, что ли? Охереть. Козел, я должен тебя шлепнуть нахуй. Как, блять, так, сука, такие классные пуханы, а я так объебался. Эти пухи, кстати, перезарядку имеют. Какой-то интересный накопительный эффект идет. Фак, надо прятаться. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, хуй там спрячешься. У вас Диметрос постоянный. А он думает, перезаряжаться надо, ёпты. Нихуя, пацан, я умный. А ты по горшкам дежурный, чуешь?
Сука, забрали мой фраг. Блядь, да меня самого забрали, у меня пердак горит. Давайте возьмем фуру. Фуру, дуру, штык, молодец. Сука, какое расстояние бьет, пухи. 600. Огонь! Блядь, не стреляй. Огонь! О, блядь, не попал. Ну ебаный пизда. Пизда! Я как так? Ну как так? Блядь, как так нахуй? Вот как так? 500 хп, блядь. Блядь, пизда нахуй. Пууу! Блядь, блядь, блядь. Пипяць! Японский пиздец мне. Обалдеть. Пууу! Что за нахуй? Это кто такое, блядь? Наташка со щитами? Ебать, пизда. Чёрт, блядь, рельсотроны в натуре. О, бля, нихуя, так они бабахают. Ёбните ему кто-нибудь. Бля, я бы его ёбнул! А мой фраг забрали, сука! Выйдите, выходи давай! Блин, да что за блядство? Дайте кого-нибудь ёбнуть. О, блядь! Не добил! Вот сволочь! Сука, а? На нахуй! Yes! 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 На нахуй! Двоих убил, так я не знаю. Блять, рельсотроны на Наташку. И два щита, как промокашкой. Ебать, не встать. Ты как уебично выглядит эта хуйня. Балдею. Я дабл килл! Видал, пацан, я! Мы с тобой два дальнобойщика. Ёбни его, а я его. Блять, 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 блять! Давай, ты его, я... А, он толстый, блядь, там 170 тысяч хп. А, нормально щит. Не, нормально пробил, ты видел? Уу. Идем в атаку. Там остался Винни-Пух и... Бля, через щит пролетает. Фак! Топтышка, блядь, с дробашами. Фак. Да, блядь, топтышка с дробашами. Фак. Заебись. Сейчас растопчем. Фак, 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 фак. Пошли, фуфил. Давай, давай, давай. Стоим. А в него прилетает, давай. Давай, в тебя прилетает, давай. Ого, хорошо как. Ты, сука! Ты забрал моего робота. Топтык? Блядь! Блядь! Да ну нахрен! Вот коктейл, коктейл! Ну, просто пиздец, стычка. Огонь, стычка вообще, пиздец. Дробаши, балдеть. Хуя дробаши, блядь. Винни-Пух и Смертник, блядь. Против троих.
пиздосов. Пау-пау. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Прыгни на них и раздолбай их нахуй. Прыгай. Вот так пошел. Хуяк. И голову с долой. Отлично. Ускакал этот член. И в Винни-Пуха с тыла. С тыла сейчас обойдет. 22-20. Блин. Готов. Готов. Бенни убил Винни-Пуха. Винни-Пух думает. Блядь. Падать или не падать. Умер. Винни-Пух опять лечится. Кто-то там. Диметр. Диметр на... Сварка, блядь. Диметр сварка играет. Японский пиздец. Смотрите, как реально выжигает, ёпты. Воу. Поджался. 23-21, тебе надо выигрывать. Да, понимает Винни-Пух, что надо идти в атаку. Время работает на противника. А там все дальнобойщики собрались. Попробует Винни-Пух сейчас по правой стороне подловить. Не получилось. Включил щит, сейчас на прямой пробует выжигать. Кого-то поймал, смотрите, выжиг 22-23. Шоколадно, у Винни-Пуха еще есть минута. Винни-Пух может подкопить хпшечку и обойти с левого края. То есть умение сейчас активирует. Обратите внимание, сейчас все будет в шоколаде. Винни-Пух включает умение и... И Винни-Пуху прилетает. Он, конечно, прячется неудобно. О, сейчас королек вообще, ребята, умирает. Хуяк готово. Ну и все, рельсотрон теперь надо обойти. Догнать и уничтожить. Ну тут засада. Тут у нас, как говорится, хпшка кончилась. И пошло выжиг. Беги, Винни-Пух, никто не спасет. Хуяк готово. Да, засада. Ауджан противника. Да, это сделал шоколадно. Ну, Винни-Пух продолжает. У него тоже есть Ауджан. Но Ауджан противника прячется. А пока он прячется, глупо он прячется. А пока он прячется, у него откадешивается способность, но он не успевает ее. Ах, в спину. Но ничего страшного, там рельсотроны надо долго заряжать. И победа Винни-Пуха. Нет, это была ничья. Господа, ничья. Винни-Пух затащил ничью. Красава, Винни-Пух. Вот с таким Винни-Пухом надо в гости ходить. Серьезно вам говорю. Всегда затащит. 58 тысяч хп. Как много. Уничтожено человека 3 роботоподобных. И сейчас смотрим на задание. 2. Блять, пошли нахуй. Как выполнять это задание? Спайтэч. Янди. Раван надо убивать. Японский пиздос. Спайтэч. Икарус. Спайтэч. Блин, да что такое? Рава надо мочить. Японский пиздос. Ладненько, будем разбираться. С вами был Братуха. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.